снегом таился оставшийся в наследство от одной из предыдущих экспедиций баллон пропан-бутана. Потому что здесь говорится о святых родников наших умоляемая, да? То есть Божья Матерь, она внимает на горы всех наших. Оксфордского и Кембриджского университетов в соревнованиях по разгадыванию кроссвордов потерпело разгромное поражение от команды ночных сторожей Восточного Бирюлёва. Украинская свадьба, вдребезги пьяный жених сидит за столом, лицо в салате. Друзья его будят. Микола, вставай, свадьба, ты с ума сошел. Все серьезно? Серьезно. Друзья, это был фрагмент интервью. Наш эфир постепенно завершается. Одним из последних интервью этого года стала беседа с вокалистом Джолин Тернером. И вот однажды, уже после распада фанданго, я искал себе группу, пытался понять, как заработать на жизнь в Нью-Йорке и как вообще развивать карьеру. И тут раздался звонок. Я в этот момент в очень плачевном положении. Сплю на матрасе на полу, стоит включить свет, и видишь, как всякие насекомые разбегаются по углам. Было непросто.
и раздается звонок. Это ассистент Ричи Дерри Амброзио. Еще один. Я отвечаю. Слушай, я тебя даже не знаю. С чего бы мне вообще отвечать? Ты кто? И он такой: тут рядом со мной Ричи Блэкмор. Он хочет с тобой поговорить. Первая моя реакция была: ну да, конечно. И кто из моих друзей решил меня разыграть? Естественно, я не поверил. Даже когда сам Ричи взял трубку, он сказал, что оценил мой вокал и хочет пригласить меня на прослушивание. Долго убеждал меня, что это не розыгрыш. Наконец, я решил, что терять мне нечего. Записал адрес студии и уже через 2 часа был на месте. Роуд-менеджер встретил меня на вокзале, посадил в машину и привез в студию. Там меня ждали.